Вы на канале Кекидо, и с вами я, фокусник Камиль. Ребята, вы знаете, что у меня есть друг фокусник? Он мне подарил вот эту волшебную шляпу. Ух ты! У тебя что, есть волшебная шляпа? Да. Ничего себе! И что же она умеет? Папа, имей терпение, я все тебе покажу. Друзьям и тебе. Ну ладно, хорошо. Я буду ждать и смотреть с нетерпением, что умеет твоя волшебная шляпа. А давай хотя бы откроем и посмотрим, что там, потому что мне вообще не терпится, что там внутри. Что за шляпа? Открывай, посмотрим. Шляпа у нас называется Amazing Juice. Amazing Juice, да. Ух ты, вот эта шляпа. И что же она умеет, интересно, такая твоя волшебная шляпа? Как интересно. Так, что у нас здесь? Кролик. Внутри у нас кролик. Вот такой вот кролик с лапками и с ушками шевелящимися. Держи. Сейчас Камильчик будет показывать нам фокус. Камиль, какой ты фокус будешь нам показывать? С кроликом. Фокус с кроликом. Смотрите, наша шляпа внутри пустая, и там ничего нету. Сейчас Камильчик положит зайчика вовнутрь. Клади. Оп. Положил. Зайчик внутри. Вот он. Сейчас Камильчик произнесет волшебные слова, и наш кролик должен исчезнуть. Давай! Кадабра! Да. Ты произнес волшебные слова? Ну-ка, где наш кролик? Кролика нет! Шляпа волшебная? Ничего себе! Смотрите, кролика нет! Кролика нету! Шляпа пустая! Ничего себе! А ты можешь его обратно вернуть? Да. Давай, произнеси волшебные слова. Абракадабра! Ничего себе! Смотрите, кролик появился обратно. Камиль, она и правда волшебная. Наверное, можно из нее доставать сюрпризы. Да. Она сможет? Да. Ну что тогда, попробуем? Да. Сейчас я превращусь нашего кролика в киндер-сюрприз. Ух ты! Она что, и правда сможет превратить нашего кролика в киндер-сюрприз? Да. Так, покажем, что наша шляпа пустая. Смотрите, шляпа пустая, и в ней ничего нету. Сейчас Камильчик положит кролика в шляпу и произнесет волшебные слова. Произноси. Смотрите, киндер-сюрприз. Настоящий киндер-сюрприз? Да. Ничего себе. Давай посмотрим. Смотрите, ребят, настоящий киндер-сюрприз. Держи, открывай. Посмотрим, что там. Шляпа и правда волшебная? Да. Да, у нас попался вот такой вот ангел на веревочке, который можно вешать на елочку. Ребят, давайте вернем нашего зайка обратно. Давай. Наша шляпа пустая. Зайки там нет. Да. Для того, чтобы зайка там появился, надо сказать что? Абракадабра. Говори. Абракадабра. Опа! Та-дам! Зайка вернулся. Спасибо. Спасибо, что вернули меня. А то я там уже вспотел. Ребят, что-то я не наелся. Киндер. Может, еще что-нибудь? Ну, если тебе хочется, то давай еще один сюрпризик. Смотрите, шляпа наша пустая. В шляпе ничего нет. Клади туда зайчика. И что ты будешь делать? Абракадабра. Еще один. Молодец. Вот эта шляпа. Вот эта штука волшебная. Держи, киндер. Открываем, смотрим, что внутри. Что там у нас?
Это опять новогодняя игрушка. Еще новогодняя игрушка? Дед Мороз? Санта-Клаус? Наверное. Покажи. Я не знаю. Нет, это щелкунчик. Щелкунчик? Да, это щелкунчик. Ребята, кому понравились мои фокусы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Абракадабра, пока-пока!